Больше 30 лет прошло с тех пор, как в труднодоступном селе Хара-Алдан Татинского района ввели запрет на продажу алкоголя. Поселение тогда стало первым из 122 населенных пунктов в республике, где люди решили убрать спиртное с полок магазинов. На днях администрация Хара-Алдана заручилась поддержкой депутата Элтумен Виктора Федорова. Он посетил село после встречи с главой Якутии Егором Борисовым, который высказал мнение, что стоит на месте ознакомиться, как работает закон об ограничении реализации алкогольной продукции. Очень примечательно, что через спустя 30 лет на наше село обратили внимание. Вот мы были первой ласточкой 30 лет, хотя закон приняли в прошлом году, в июне, через Алтумен прошли, но 86-го года у нас алкоголь не продается. И народ уже к этому привык давно. Вот магазины посмотрели, у нас ничего алкогольного не продается. И на здоровье населения, на будущее поколение это, конечно же, положительно все влияет.